Песочная графика уникальна тем, что вместо кистей или карандашей дети рисуют руками, используя песок, манку или мелкую соль, а вместо бумаги или холста у них специальные столы со световой подсветкой. Занятие песочной графикой полезно для детей, ведь во время творческого процесса у них активно развивается моторика, сенсорика, креативное мышление. А когда малыш рисует сразу двумя руками, это способствует развитию межполушарной асимметрии. Я занимаюсь этим видом искусства уже 12 лет. За это время я сделала некоторые выводы. Занятие песочной графикой седативно влияет на ребенка. Это я уже заметила давно, сразу, как только стала заниматься. Развивается мелкая моторика, так как задействованы все пальчики, все ладошки наши и даже другие части руки. То есть ребенок в течение полутора часов все время взаимодействует с природным материалом. Вероника Якубина обучается песочной графике уже 4-й год. На ее счету множество работ и даже побед в международном онлайн-состязании Sand Battle Kids. Тема представленной выставки по страницам любимых книг появилась не просто так. Вероника очень любит читать, у нее много любимых книжных персонажей, а потому представленные работы – это ее видение того или иного героя произведения. Именно эти работы, потому что это одни из самых моих любимых книг. Они мне очень нравятся и вдохновляют меня. На этой выставке 16 работ. Одна из моих любимых работ – это «Ёжик в тумане». Вероника оттачивает свои умения в этом искусстве регулярно и, несмотря на свой юный возраст, отлично знает технику и нюансы этой удивительной графики. Чтобы картины получались разных цветов, надо смешивать разные цвета песка. В некоторых местах надо сыпать песка больше, а в некоторых чуть-чуть. Если держать руку далеко от стола и сыпать песок, то фон получится равномерным. А если ближе, то могут быть пятна, как облака. Время неумолимо бежит вперед, мир развивается, вместе с ним развиваются и библиотеки. Очень здорово, что теперь это не беззвучный храм знаний, это место, где детям весело и интересно, куда хочется приходить, где тебя видят, слышат, а главное, где интересуются твоим творчеством. Наша цель – рассказывать о талантливых ребятах, которые есть в нашем городе. А детская библиотека на сегодняшний день – это такой своеобразный многофункциональный центр, который рассказывает о художниках, о писателях. У нас проходит 4 клуба, работают на базе библиотеки, которые посещают с большим удовольствием ребята. Их родители очень заинтересованы. Мастер-классы у нас проходит огромное количество. Играем в игры, квесты. Алена Миневич, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук ТВ.